Рождественская история о добре и чуде. В Дмитрове состоялся показ спектакля «12 месяцев». Музыкальная сказка по мотивам произведения Самуила Маршака была написана Екатериной Благовещенской. Постановку предварила презентация сборника песен Екатерины Игоревны «А в России Рождество». А в России Рождество, а в России Рождество. Песни Екатерины Благовещенской вполне могут стать новыми рождественскими колядками. На презентации их исполнили ребята из духовно-просветительского центра «Преображение». «Преображение» был создан в Дмитрове в 2011 году при Борисоглебском монастыре. Ребята из центра не только хорошо поют, но и танцуют, а еще участвуют в театральных постановках. К празднику дети вместе с педагогами подготовили новое выступление. Мы так старались, мы так долго трудились, репетировали. И, наконец, мы на сцене. Спасибо вам, друзья. И еще раз с Рождеством Христовым! Спектакль «12 месяцев» – подарок горожанам на Рождество Христово. Удивительно, как привычную нам с детства сказку Маршака удалось вплести христианские смыслы. Что не просто по волшебству подснежники появились, да, а по вере, молитве, смирению девочки. И нам с вами напомнили слова «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вместе с героями сказки зрители поверили в рождественское чудо. А главное – жить со Христом, жить по Его святым заповедям. Я надеюсь, это самый главный урок, который мы здесь получаем в школе. Песни для спектакля также написала Екатерина Благовещенская. Христос приносит мне любовь, и ярко светит нам звезда, день Христова Рождества. Постановка и презентация прошли во Дворце культуры «Современник». Я очень рада, что смогла сыграть в таком замечательном спектакле. Поздравляю всех с Рождеством Христовым!